Всем привет! Вы на канале Yuzuru Hany Life. Официальный аккаунт шоу Fantasy on Ice опубликовал небольшое видео, снятое в последний день выступления в Ниагате. В самом конце видео Yuzuru сказал спасибо большое, увидимся в КБ. Также Yuzuru пообщался в твиттере с автором Glamour Sky. Программа Yuzuru Glamour Sky поставлена на песню, исполненную Микой Микосимой и написанную Хайдом, вокалистом рок-группы. Хайд отметил тот факт, что Ханю катается под его песни. На днях во время своего концерта Хайд с улыбкой обратился к зрителям. Он спросил, смотрели ли они новости. Ханю Кун катался под Glamour Sky, которую он сочинил, а Мика Тян спела. Аудитория ответила утвердительно, а Хайд добавил, что счастлив. Он очень рад, что песня получилась хорошей. На этом концерте также присутствовала Мика Микосима. Yuzuru же сказал: осталось еще 3 раза выступления, но вместе с голосом, чувствами и звуками Никосимы и Ники-сан я буду кататься, пока от меня не останется последняя капля. Еще вот такая новость. Августовский спецвыпуск журнала Elle Japan, который сейчас доступен для бронирования, а в продаже анонсирован с 28 июня, решено переиздать в связи с большим спросом. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока!